Так, ну вот я крышечки снял. Смотрим, что процессор модема у нас разогрелся до 80 градусов. Так, 80, ну почти, да, 80. Поэтому, ну, можно, конечно, там термопрокладки ставить. Тут у нас процессор 74. Ну, они в паре работают сейчас. Так, то есть вот такая вот красота. Сейчас резкость наведу. Резкость. О. Вот у нас два модема. И вот так вот пальчик мой выглядит. Горячо, горячо, горячо. Так. Я его охладил, наверное. А, горячо, бля, сука. Ну, в общем, все это хозяйство, еще раз говорю, надо охлаждать, ставить радиаторы. Вот. Это плата процессора. Вернее, ну, роутера, мини-ПК. Ну, тоже так неприятно. То есть палец держу. Все. То есть там 3-4 секунды уже 50 градусов не очень интересно держать. 70 так вообще все замечательно. Ну вот как-то так.